Здорово, парни. Смотрите, вот те люди, которые прошли у меня какие-либо тренинги, у меня есть к вам большая просьба. Как вы можете сейчас некоторым образом облегчить мне жизнь? То есть, смотрите, я веду блог, который называется мужскойблог.ру. Вот, ссылку сейчас еще раз на него продублирую вот под этим видео. Вот, кто-то уже, наверное, знает о нем, кто-то его читает. Вот, и бывает такое, что мне, ну, не всегда получается находить время для того, чтобы писать туда статьи, а вообще блог должен обновляться. Ну, это нужно в том числе для того, чтобы он был, интересным, для того, чтобы он как-то продвигался по SEO, и больше народу могло его потом в конечном итоге увидеть и читать. Вот, и так или иначе, мне нужно выкладывать туда периодически какие-то статьи. Когда есть время вдохновения, я пишу эти статьи, естественно. Вот, но у меня просьба такая к тем парням, которые прошли у меня какие-то тренинги, неважно, там онлайн-тренинг, какие-то индивидуалки, там, уикенды, группы, может быть, все что угодно. То есть, ребята, у меня к вам такая просьба, мне нужно, чтобы вы мне написали по одной статье каждый. Кто сможет и кто хочет, кто считает нужным, что ему есть чем поделиться. В своем блоге я сделаю такую рубрику, которая называется «Истории моих учеников», там, «Истории соблазнения». Вот. Я не говорю сейчас об отзывах или об отзыве. Скорее, я хотел бы, чтобы это было в формате, вот именно в формате какой-то вот истории. Может быть, ты напишешь, что там, как для тебя проходил тренинг, что было тяжело делать, что легко. Там, что для тебя было вообще там каким-то невыполнимым казалось, но ты сделал, ты преодолел себя, какие были ощущения. Возможно, это будет вообще не про тренинг, а про то, как ты после тренинга, там, допустим, соблазнил какую-то девушку. Расскажи нам о том, как это было, какая история соблазнения была, то есть... Как поменялась твоя жизнь? Возможно, после там, тебя повысили на работе или что-то у тебя там поперло в жизни. Ну, то есть, вообще, на самом деле, истории моих учеников очень много интересных. Они звонят, вот, рассказывают, делятся. Но вот, ребята, я хотел бы, чтобы те из вас, которые все-таки продолжают смотреть мой канал, я как-то вам каким-то образом помог, сделайте вот такой вот ответный жест, пожалуйста, напишите статьи. Статья должна быть уникальная, то есть что значит? Она не должна больше нигде светиться в интернете. То есть ты садишься и пишешь статью, желательно, чтобы она была объемом не меньше 500 слов. Именно 500 слов. То есть желательно, ну там, почти полностью лист А4, вот который в этом вордовском формате можно сделать. Напиши все свои ощущения, можешь там выражаться, как тебе удобно, как тебе хочется, лишь бы это была статья, отражающая вот твои переживания, то, что у тебя внутри. Есть радость какая-то, чем можно поделиться, напиши по поводу этой радости. Есть что-то, какие-то там, может быть, не очень радостные ощущения, поделись по поводу них. Ребята с Украины, которые, с которыми я периодически созваниваюсь, которые мне могут звонить, то есть которые пошли мне тренинги, к вам вообще в первую очередь обращаюсь. Ребят, жду от вас статью. Так что, парни, что будет с вашей статьей? Она будет размещена у меня в блоге в разделе, еще раз повторюсь, в разделе «Истории моих учеников». Возможно, этой историей своей вы поможете кому-то, потому что кто-то узнает себя вот в вашей ситуации, и ему станет как-то легче, если он увидит то, что вы побывали в такой же ситуации аналогичной. Значит, еще раз, парни, жду статьи. Как мне скинуть эти статьи? Либо скидывайте ВКонтакте мне в виде документа, либо скидывайте на электронную почту, которую я оставлю здесь, под этим видео, в виде письма, в виде тоже какого-то документа. Ребят, буду вам очень признателен, если вы что-то напишете. Увидимся.